Гуччи, Валентина, все, что ты любила, со мной, но снова мимо. Детка, ты так красива, моя, моя картина, просто невыносима. Хочу, чтобы простила. И всем привет, дорогие друзья, меня зовут Коди, и в данном видеоролике я вам покажу все бонусные промокоды на сервере Central PvP. Присаживайтесь поудобнее, берите чаек и печеньки, ну а мы начинаем. Ребята, я хочу напомнить, что я играю на третьем сервере Central PvP. Если вы хотите играть вместе со мной, инструкция по установке лаунчера будет в описании. И также при регистрации на третьем сервере вводи мой ник Коди Флорин, который тебе на третьем уровне даст 30 тысяч, а на шестом 50. Приятного просмотра. Ребята, также хочу что-то сказать. Это не входило в планы ролика, но хочу вам это сказать. Сегодня, значит, когда я уже закончил снимать, то есть я снимал геймплей для вас. И, короче, я приехал в Сан-Фиеро и получил бан. А знаете, ребят, за что? Сейчас вы можете скриншот видеть у себя на экране. Написали, что причина чит. Какой нахрен чит, если я просто нахрен ехал с гребаного Лос-Сантоса до Сан-Фиеро? Я пару раз, ребята, ударил машину, потом два раза ее починил. Я не знаю, за что меня забанили. Ребят, я надеюсь, меня разбанят, потому что на этом аккаунте почти 300 тысяч. Тут есть машина фулл тюнина, которую я тюнил за почти за 200к. Потом здесь есть скин за 50к. Дом есть, но он сейчас арендованный только. Поэтому мне есть что терять, поэтому я отправил заявку на форум, чтобы мне восстановили аккаунт, потому что реально, бан на 30 дней и снимать на чистом аккаунте для вас это вообще какой-то дурдом. Ладно, не буду затягивать, приятного просмотра. Давно, ребят, хотел снять для вас это видео, но, блядь, никак руки не доходили. И, блядь, думал, что это, ребят, плагиат, потому что многим, блядь, могут сказать: «Это плагиат, ты хуй, ты пидорас, плагиатил». Ну, блядь, я пошел таких людей нахуй, потому что, реально, быть таким долбоебом, я не знаю, что надо делать. Ладно, ребята, первый промокод вы сейчас можете видеть у себя на экране, хэштег Go4K. Отыграв 3 часа, вы можете получить за него 20 тысяч. В принципе, неплохо, но и немало, в принципе. Если вы новичок, например, это совсем неплохо, потому что на первом уровне я все эти промокоды, ребят, уже использовал, поэтому вот такие дела. Дальше, следующий промокод вы сейчас можете видеть у себя на экране. Хэштег S23. Отыграв 2 часа, вы можете получить 25 тысяч. Это тоже, в принципе, неплохо. Ну, мне кажется, что 25 тысяч за 2 часа это вообще много, потому что, камон, за 2 часа, если вы, например, поработаете на... О, я бак нашел нормас. Если вы поработаете на шахте, то и то меньше получите. А тут вы сможете тупо зайти за 20 минут до пейдея, получить 2 пейдея и после чего получить 25 тысяч. Это совсем неплохо. Следующий промокод это хэштег Бибика. Отыграв 2 часа, вы тоже получаете 25 тысяч. В принципе, это тоже промокод нормальный, потому что, ну, типа, они все нормальные. И потом в конце видео посмотрим, сколько мы всего получим из этих промокодов. Да. Также сейчас вы можете видеть геймплей, который я записал перед баном, когда меня забанили. Я надеюсь, меня не забанят на ютубе из-за фиста моего. Ну, ладно. Следующий промокод хэштег Лау, его вроде добавили на 8 марта, если не ошибаюсь. Отыграл 3 часа, получается 30 тысяч, ну, в принципе, справедливо, за 3 часа 30 тысяч. Этот промокод вроде на 8 марта добавили, я не помню именно, но за 3 часа вы получаете 30 тысяч долларов. Тоже, в принципе, неплохо. Ну, давайте перейдем к следующему. Следующий промокод связан с контейнером и хэштег конт. Отыграв 3 часа, вы получаете 35 тысяч на свой счет. Этот промокод добавлен из-за контейнеров, много споров было. И добавили вот такой вот промокод, хэштег конт. Я, ребят, хочу повторить, что я эти промокоды все использовал, потому что я их знаю до хрена времени. И поэтому я их всех использовал. Да. Следующий промокод добавлен на 8 марта, хэштег тюльпан. Отыграв 4 часа, вы получаете 35 тысяч вертов. В принципе, это уже, ну, как-то слишком много, потому что, типа, за 4 часа 35 тысяч, мне кажется, это мало.
Но этот промокод был добавлен на 8 марта, и он до сих пор действует. Поэтому вводите его быстро, пока он еще есть. Следующий промокод, это, наверное, самый большой промокод. Хэштег Spring. Отыграл 5 часов, вы получаете 50 тысяч на свой аккаунт. 5 часов это и не мало, и не много. Но просто я заходил и ждал пейдеев за 20 минут и получал, в принципе, награду. Вот так вот. И следующий промокод, это последний промокод на сегодня. Он, наверное, эксклюзивный или нет. Хэштег коронавирус, многие могли догадаться, за 2 часа вы получаете 25 тысяч. В принципе, неплохо. Ну и посчитаем, сколько мы всего за это получили. Мы получили 245 тысяч. Мне кажется, это для новичка совсем неплохо. Еще поработав на шахте, еще, в принципе, поработав... Еще вы получаете опыт за payday. Ну, мне кажется, это совсем неплохо. Так что ж, ребята, переходим к прощанию. Ребята, всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте свой царский лайк, подписывайтесь на мой канал. А с вами был я, Коди. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока.